В Турции вспыхнули антишведские протесты. У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг этой скандинавской страны. Несколько человек собрались и у шведского посольства в Анкаре. Турецкие власти отменили запланированный на следующую неделю визит в страну министра обороны Швеции. Глава оборонного ведомства Турции заявил, что визит потерял всякий смысл. Это произошло после того, как в субботу ультраправый политик, лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан и его сторонники провели перед турецким посольством в Стокгольме митинг, в ходе которого публично сожгли Коран. МИД Турции осудил акцию в Стокгольме, подчеркнув, что она была санкционирована властями Швеции. Через несколько часов в шведской столице прошла демонстрация против вступления страны в НАТО, на которой было немало курдских флагов. Турция пока не ратифицировала вступление Швеции в альянс, требуя от шведских властей выдать более 70 курдов, которых Анкара считает террористами. Стокгольм и Хельсинки решили присоединиться к НАТО после российского вторжения в Украину. Для вступления в блок необходимо, чтобы все члены альянса поддержали их заявки.